В двух зданиях поселка Новозаполярный в инженерном корпусе и нефтегаздобывающем управлении на входе установили специальные турникеты. Предполагается, что система будет работать с пластиковыми карточками, которые появятся у сотрудников компании «Газпром добыча Ямбург». Автоматическая система прав доступа, впрочем, не отменит визуальный контроль со стороны службы корпоративной защиты. Работники этого подразделения продолжат оформлять временные пропуска для входа специалистам из сторонних организаций. А контроль со стороны службы безопасности проходить будет в любом случае, так как будет проходить мимо сотрудника службы безопасности. Турникет относится к классу систем контроля и управления доступом.